сразились на китайском льду. Юные хоккеисты Камчатки приняли участие в международном турнире. Он прошел в Пекине. В международном турнире приняли участие 4 страны – Россия, Китай, Таиланд и Корея. В возрастной категории, где и соревновались камчатские хоккеисты, было 12 команд. Нашу команду представляли 15 полевых игроков, 2 вратаря, тренер. Естественно, игры проходили в формате 3 периода по 15 минут грязного времени. К сожалению, большинство команд обошли камчатскую сборную. Хоккеисты заняли 9-ю строчку. Но зато спортсмены усвоили очень важный урок. Чтобы завоевывать золотые медали на международных матчах, надо тренироваться еще упорнее. Как нам сказали, были собраны лучшие команды Китая всего. И показали ребята достаточно высокий уровень, к которому мы, к сожалению, были не готовы. Переняли у них опыт и будем работать, развиваться и двигаться в правильном направлении. Также для камчатских спортсменов была подготовлена экскурсионная программа. Хоккеисты посетили китайскую стену, побывали на олимпийских объектах. Мне очень все понравилось, только мы заняли 9-е место из 12. В Китае очень понравилось. Команды сильные, с ними можно побороться. Некоторые нас выигрывали, что мы даже не забивали ни одной шайбы. Но с некоторыми мы прям хорошо играли, старались, боролись. В планах у камчатских хоккеистов вновь поехать в Китай на очередной турнир. Он запланирован на июль этого года.